Всех приветствую, с вами Краблан Геймс, и это, друзья мои, 7 Days to Die сезон летсплеев. А мы, друзья мои, как ни странно, продолжаем. 7 Days-ку поиграть. Так, хорошо. Значит, торговец у нас наконец-то открылся, и это прекрасно, само по себе. У этого торговца мы еще не были. Ой, ничего интересного. Так, ну, давай, расскажи что-нибудь доброе, вечное. Да, денежки мы немножечко поиздержались. Кстати говоря, в этой местности очень неплохо можно было бы полазить, повыискивать медведякинов на гниль, кстати говоря. Так, это из рук, неожиданно. Так, что у нас здесь есть? Маленько патрончиков. Запчасть для джипа, но мы умеем ее, как говорится, и так. Поэтому за 12 кусков брать дороговато, будем откровенны. Так, интересно, пожалуй, только вот это. Дневник охотника, урон пумам. Ха, мне бы урон медведям, сейчас вот неожиданно, да? Зашел бы. Так, ничего полезного я здесь абсолютно не вижу. Вроде бы. Ну, кроме патронов, конечно. Семерочки еще как пригодятся, а все остальное посмотрим, поглядим. Так, что у нас здесь еще есть? Это у нас есть? Да, это у нас тоже есть. Очки Ботана, по-моему, у нас тоже имеются. Антибиотики, аптечки, аптечки, антибиотики. Цемент, конечно, можно было бы взять. Да и, наверное, и возьмем, почему нет, да? Железо покупать не будем. Сланец, здесь мы его добыть можем. Надо, кстати, как-нибудь будет этим и заняться. Топливо-то у нас заканчивается. Так, а у тебя задание есть какое-нибудь прямо здесь рядом, чтобы мы так это... Два раза-то не вставали. А у тебя здесь все практически. Окей. Так, здесь у нас чего? Нет, пока это невкусно. Пока невкусно. Значит, нам нужны гнилые медведи. Вон, гнилой медведь. Его гнилая натура видна аж отсюда. Дом ломает чужой. Так, гнилому медведю 30 патронов хватает. Хорошо. Так, а здесь расширенный магаз есть уже. Ну, гнили из него не так много сыпется, как хотелось бы. Ну да ладно. Да что-то как-то это вот никак вообще, если откровенно говоря. Значит, задание у нас где? Не-не-не, это очень далеко. У нас столько... Столько мусора надо отдать в 2,5 километрах отсюда, что дальше ехать некуда. Так, заодно надо поглядеть, что в этом городке-то есть. Ой, да ладно. А это что, вкусный домик? И мы его два раза сможем лутануть сейчас по-быстрому? Да ладно. Угу. Прекрасно. Тогда первый раз не берем, быстренько литературку цепляем, а лутик не будем цеплять, два раза не надо. А вот литературка, литературка — это наше все. Так, что у нас здесь? Здравствуйте. Веселые зомбяки. Пурум-пурум-пум-пум. По-моему, дробовик. И зомбякам уже не так весело. Так, ну, допустим, это возьмем, это не надо. Эх, полочек тут нет, печально. Здравствуйте. Где ваш там этот? Напарник. Вот. Так, тут литературки более-менее, здесь менее-более, понимаете? Такая вот интересная история. Так, друзья мои, не забывайте по окончанию летсплейчика, собственно говоря, писать комментарии, друзья мои. Очень помогает продвижению... И развитию канала. Поэтому тем, кто делает, друзья мои, огромнейшее, нижайшее спасибо. Так. Я не в туда попал, оказывается, я думаю, что-то еда тут подъехала неожиданно. Эх. Пока что домик не радует. Пока что. Вот, уже лучше. Уже сильно лучше. Так, смотрим, что у нас здесь. Оу, барабанный магазин. Это прекрасно. Это вот, вот это прекрасно. Это прям отлично. Это прям супер. Все, лутик брать не будем, нафиг надо. Пошли. Рестанем. Так, вот этот парень по-любому придет, я уверен. Чем у меня патронов так мало? Че, поймал?
Че молчишь? Поймал, говоришь? Да? Поймал. Так, надо посмотреть. Я патроны, видимо, скинул очередной раз. Ха-ха-ха-ха, доггер сюда. Давай уж все навалятся тут сразу на меня. О, я, у меня резервные боеприпасы тут имеются, оказывается, все это время. Жалко, вот это нельзя положить в кармашек, но что ж поделаешь. Вот как-то пока что живем так. Так, ну что у нас? Вроде бы все хорошо. Надо это, орла этого. Аккуратненько собрать в кучку. А то что он не собран. Так, пригласить к сотрудничеству доггера. Прям, иди сюда. Ну чё стоишь-то? Я... От седого стреляли-то. Давай, давай, ближе, ближе, ближе. Все, спасибо. Ты чё за ним? Тихо, тихо. Сейчас уничтожить мотоцикл и потом выбираться отсюда полгода. Не-не-не, это плохая идея. Ой, пришел, здравствуйте. Не, как-то этот дробовичок меня совсем не радует. Надо поменять его на нормальный дробовичок. Но нормальный дробовичок надо еще где-то взять, а у нас его нет. Неожиданно, да? Кто бы мог подумать. Так. Все, значит, мы аккуратненько такие. Оп. Так, вот это вот нам тоже не надо. Так, водички мы возьмем, а это просто выпьем. Хорошо. У нас какие-то очень странные кармашки, забитые черт знает чем. А, не-не-не, мы же это... Цивилизованные товарищи, пойдем как положено. Дратуйте! Невоспитанные зомби даже никто не встречает. Где? А оркестр где вообще? Что это вообще такое? Одну шляпу какую-то накидали. Ух ты ж. Ой-ой-ой, сейчас мы будем делать. Сейчас мы как это... Пооткрываем все-ка. Так, где там? Где он? Живые есть? Где он? А где живые вообще? Где зомби-то вообще? Что происходит вообще? Домик же вроде надо зачистить. Понимаете? А, оставаться. Найти припасы только мне надо. То есть мне даже чистить не надо. Ну и... А зачем я это делаю? В джакузи? Здравствуйте. Че он там делал, непонятно. Можно это в попадании себе как-то это... Как-то поиграть в славную игру. Давайте попадем куда-нибудь. Так, прекрасненько. Нет, опять же нет. Машинка, не подведи, пожалуйста. Ну, спасибо, машинка. Хм. Я водила хоть куда, это называется. Так, отсюда мы пришли благополучно. В тудать. Ну, типа, прыгать по колючей проволоке нельзя. Они такие, окей. Предполагается, что я здесь должен тактически это все обойти. Что мы и сделаем. Надо на медведякином здесь еще поохотиться, пожалуй. Мало гнили-то у нас. Так-то, если вдруг неожиданно. Камон! Так, шлем нам не нужен. Как я уже сказал. Подозрительно. Ух ты ж. Так, ну нам сюда, очевидно. И теперь мы заходим вот сюда, куда и планировалось. И они тут все как вылазят, такие опасные, бегают такие. Уру-ру. Понятно. Нет. Не смогли. Не победили нас. Так, где-то припасики, кстати, втуть. Не втуть. Вот втуть. Очевидно, где-то здесь, да? Вот и припасы.
Теперь у нас этих ящиков три в кармане, да? Чтобы, как говорится, это... Чтобы кармашек радовался общей наполненности. Хренью, правда, но что ж поделаешь. Так, давайте. Ой, какая красота пошла, ты посмотри. Все уже знаем абсолютно. Бумажку тебе на, вот тебе чертеж винтовочки. Чего только не дают вообще. Так, надо домой реально возвращаться, начинать уже, наверное, готовиться. У нас скоро орда очередная. Надо бы восстановить наш домик оборонительный, который обрушился в прошлый раз. Вау, вот это хорошо сейчас было. Ну, пойдем дальше. Хотя, по-хорошему, мы можем уже сваливать отсюда. Ой, фунтяж пришел. Ну, ты славненько. Первый раз залезаем в эту хрень по-нормальному. Ну, наверное, не первый. Но вы понимаете. Ой, стамина кончилась. Вау, 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 вот этого парня. Не перевариваю. Ой, его здесь двое, да? Вот видите, он даже кнокнутый умудряется прыгнуть. Имбалансная жопа. Так. Дорого-богато могло бы быть, но нет. Кто тут? Ничего себе тут спряталось. Так, нет. Не надо. Потихонечку, наверное, надо возвращаться домой, перевооружаться и вперед. Но здесь вышло крайне удачно. Теперь у нас есть барабанный магазин. И это прекрасно. Угу. Прощайте, никому не нужные вещи. Так, немножечко. Так, ну хорошо. Уходим отсюда. Где мой мотоцикл? Ладно, выйдем в окно здесь. Благо, тут невысоко. Да, надо бы гнили здесь еще бы набить. За медведями побегать, еще что-нибудь. Патроны пока у нас есть. Можно поизвращаться. Так, очередная модификация, это все продаем смело, это вообще выбрасываем изначально, это накапливаем. Так, а у нас вон там алмазики лежат еще. Что-то я на них не обратил внимания, а зря. Лишнее место на кармашке, так что да, надо возвращаться, у нас уже 12-й день, скоро 14-й, а дом еще даже там это... Вот, это хорошо. Что дороже, шахтерская ш... ты, мое почтение... Так, давай какую-нибудь еще работу. У тебя что-нибудь прямо здесь есть? Вот 500 метров, да? You looking to earn some dukes? I had a good feeling about you. Good luck. Так, ну она нас по всему городу здесь гоняет. Хорошо. Так, кепочка. В кепочку мы добавим вот этого и, естественно, ее продадим. Ибо нефиг. Так, а вокс X4 нам пригодится. Это по-любому. X4, это хорошо, X4, это замечательно. Так, что тут у вас, мадам? Ну, хоть какие-то средства мы здесь выжили. Thank you so much. Hey, come again. Да. Come again. Так. Давай-ка для общей ознакомленности прокатимся-ка в противоположную сторону.
Серьезно? Так, Медведякин. Так, ладно. Медведякина — это хорошо. Но не очень много из него гнили, откровенно говоря. Ну, с ракет все-таки. Идти тут понабежали, халявщики. Не-не-не-не. Хотите вкусного мозга? Тренируйтесь. Лежат, тут пузыри пускают. Нас так просто не возьмешь. Да, Медведякин все-таки опасное существо, по-любому. ХП у него очень много, и отдает он его крайне нежелательно. Так, дальше главное не пролезать, и агро никакого и не будет. Ну, не так, чтобы здорово. А с другой стороны, халява. А халява, как говорится, она всегда веселая и радостная. Кстати, про ломбард-то я и забыл. Надо будет добавить его, кстати. Так что да, про ломбард я в этих как бы забыл. Забыл, да, в гайдике. Тут же тоже можно на халяву залезть просто и забрать. Так, срочно надо превращаться в бабушку и кормить его. Еды у нас пока нормальной нет. Это печальная история на самом деле. Чё тебе надо, а? Летает он тут. Чё, скрипты не позволяют зайти, что ли? Все, спать. О-хо-хо-хо, здравствуйте. Здорово. А, обнимашки. Ясно. Все, покидаем место. Подожди, а ящик работает? Рабочий ли у них яшечек? Нить. Рабочий ли у них ихтиандер этот летающий? Ну, 4,40 с медведя, конечно, это как-то это показывает, что медведи все-таки ценны и радостны. Неожиданно. Так, лишнего. У меня слишком много этих боеприпасов. Ножичек мне тоже этот не нужен. Да, здесь все более и более вкусные домики у нас. Опа. Короче, гниль сама приходит. Не в том, что в больших количествах, в мелких, но... Но приходит точно. Так, у нас здесь по мелочи всякого еще веселого есть, поэтому разберемся. Так, смотрим, смотрим, друзья мои. Ай, блин, ну здесь всего лишь птички. Птички — это фигня. В смысле? Не попанство, а вот этот поворот. Вот это поворот, вот это не попадало вам. Вообще полнейшее. Так, что у нас все? Все, в общем-то, хорошо. Глядим, что здесь имеем. Так, ну пока что ничего такого вразумительного, выразительного мы здесь не получаем из оружия. Так, еда, отлично. Но вот эту штуку надо брать, конечно, вопросов нет. Это вот все нафиг не надо, это денег не стоит. А значит что? Не стоит нашего внимания. Очевидный факт. Так, как вот это, кстати. Зачем я это взял, кто знает. Так что городочек вроде неплохой. Но единственное, конечно, он не в том секторе, в котором можно свободно себя ощущать. В смысле, не влазит уже? Бывает. Так, давай-ка мне птичек. Слушай, так 4, а так 2. Ну так в 2 раза быстрее. Так больше костей, по-моему. Короче, вкусные домики имеют место быть.
Так, ну что же, давай смотреть, что еще в этом славном, прекрасном, мерзком городишке имеется. Место с сейфами тут имеется, это очевидный факт. Так, Медведкина нет рядом, а то мы его тоже распилируем сейчас опять. Объясним Медведкину, что мы охотники на Медведканов, и он должен вообще-то бояться нас. Так, соточка гнили. Ну, соточка гнили — это уже не то, чтобы, конечно, фонтан радости и удовольствия, но уже хоть что-то. Здравствуйте, гости дорогие. А еще один гусенок где? Ну, гусенок, ты портишь всю картину. Ломай здесь давай и помогай. Бегать там неизвестно где. Неизвестно, что делает вообще. Что? Ну, бесполезный гусенок. Лежат тут просто. Лутик с собой загораживают. Говорим, не дадим. Кто ж вас спрашивал? Зомбятки, ребятки. Так, значит, вот это вот. Пока мы накопим эти боеприпасы, я уйду куда-нибудь. Очевидно. Так. И сейфик. Ну, давай, открывайся. Открывайся, сейфик, давай. Посмотрим, что у тебя там внутри. Может быть, что-нибудь ценное, радостное. Что прямо сейчас заставит меня прям веселиться максимально. А может быть и нет. Тоже ведь вариант. Ну, ура. Так, неплохой пистолер. Это шляпа. Шляпа, шляпа. Нормально. Теперь давай здесь посмотрим. Ну, как бы да, конечно. О, еда, отлично. Так, подожди, а там на полке у нас ящика не лежало? Нить. Так, ну что, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так, здесь ведь не может второго торговца быть, да? Никоим образом. Но здесь с кустыми домами, конечно, напряг. Это очевидный факт, и это печально. Хорошо, когда вкусных домиков много, они рядом, ты такой, уху. И все. А, ой, 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 это домик, в котором мы живем, фактически. Так, где-то тут этот Эхтян-то должен быть летающий. Так, давай, падай. Иди ты, мать, что тут за это? Алло, хорош. Стая веселых и находчивых гусяток тут баражируют вокруг меня. Меня такое не радует. Это вы уходите. Кто-то чапает, да? А, он там ходит, гуляет. Ну, как говорится, гуляй, братан. Нам не жалко. Так, а в подвал? Ну, ладно. Подвал так подвал. Так, по-моему, он за нами идет. Да, скорее всего, сзади нас подпирает зомбяка. Судя по звуку. И рано или поздно он нас, конечно же, догонит. Альтернативно одаренный, ты где? А, вот и ты. Здравствуй, говорю. Невоспитанный, не культурыш. Так, все, стамина у персонажа кончилась. Мы 10 метров пробежали туда, 15 обратно. Все, капец. Стамина такая. До свидания. Дальше без меня называется. Опять еще один пришел, утырок. Ну что ж вам не имется-то? Обойди дом, войди со спины. Я тебя быстренько застрережу, и все на этом закончится. Он такой, нить. Называется, мы не ищем легких путей. Здравствуйте. Вот и будет сейчас калашматить тут домик бедный. Бедный домик. Так, кофеечек. Кофеечек нашему персонажу, как это? Необходим категорически.
Так, это шляпа. Здравствуйте. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто, как говорится, под дверью насрет? Так, где вы тут, жуки? Что за фигня? Где вот эти опасные атаки, прорывы зомбячие? Вот это вот, где все? Там нет никого вообще. Подозрительно что-то. Что-то подозрительно. Так, жрать мы это не будем пока что. Тут такие прям все эти борзые. Ха, ну что, влип, засранец. Опаньки, ласта. Смотри-ка, пригодится. Что там происходит-то? Мадам, я тут. Опа, медведь. Гнилой медведь, уходим. Уходим срочно. Отступаем. Очень быстро отступаем. Там Медведкин. Словно Потапыч. Так, где-то что-то летает здесь. Каркушер, ты где? Выходи давай. Мы в тебя полировать будем сейчас. Короче, за нами там гонится Мишкан. Это вообще не радует. Ах ты, подлый их те... Ах ты ж. Свинья летающая. Так. А Потапыч не отказался от своей идеи, да? Он же зомба Потапыч. Значит, он, короче, заодно с этими дурачками. Так, ну он один ходит гуляет. А наша ревет здесь где-то. Здравствуйте. Пау. Блин, это винтов... У этой винтовки есть один минус. Она в точку стреляет вообще. И с одной стороны это, конечно, прекрасно, весело и радостно. А с другой стороны это беда, потому что нужен разброс, чтобы попадать точнее. Шлеп. Слушай, медведи прям реально ведро что-то понабежало. Я это категорически против. Я что, в медвежий заповедник забрел? Что происходит-то вообще? То их тут не сыщешь, то и ведро, и маленькая тележка. А, валите от меня все. Эх, винтовочка рулит. С винтовочкой все хорошо. Вот это отлично. Ладненько, продолжим. Но медведка-то не перестает там лезть. Вот в чем проблема-то, да? Медведка-то валится. Медведка-то ломится. Вот это прекрасно. Так, значит, а мы продолжаем очищать области. Где-то мы что-то не очистили, очевидно. А я вообще в том доме-то? А, вернуться к торговцу. Все уж хорошо. Я тут это напрягаюсь. Единственная проблема, что вернуться к торговцу надо через медведя. Медведя нас не пустит. Он такой, типа, не ходи. Медведя опасный и злой. Он как бы это... Может нас и зажракать слегка. Никто, конечно, рад этому событию не будет, но тем не менее. Надо как-то Медведякина будет побеждать сейчас. Медведякин опасный, злой. И зомбики, видимо, его раскочевряжили. Он теперь, кажется, вообще категорически опасен. Так, ну что, значит, еще одна еда. Еда, кажется, это хорошо. Еда, это прекрасно. Так, как вырваться отсюда, не встречая медведя? Вот это хороший вопрос. Надо быстрейшим образом. Тут столько медведей, что я манал вообще. Так, во-первых, этажом ниже спускаемся. Будем надеяться, он что-то не пробрался еще. Дальше видим мотик, не видим препятствий. Бежим. Дальше объезжаем 1,5 миллиона медведей, которые тут вообще пасутся повсюду. Это обычный медведь или зомби-медведь? Это обычный медведь. Так, и чё? Как-то ли? Прекрасно. Так, значит, мы тогда вот это вот починим. Это мы сейчас пере... Чё за... Понятно. За нами прилетели.
Так, давайте мы быстренько вам сдадим, мадам, чтобы, это кажется, все было хорошо. В кармашках у нас. Thank you so much. Так, и теперь будем получать. Коктейли, естественно. Ну и, судя по всему, оглушающий жезл, потому что больше брать здесь нечего. Так, ну вот 10к мы заработали. Хорошо, где там птички? А на этом, друзья мои, я буду плавненько завершать. Огромнейшее спасибо, что пришли, лайкали, комментировали, репостили, друзья мои. Огромнейшее спасибо тем, кто оставляет комментарии под видосиками. И огромнейшее спасибо, друзья мои, за лайчинские. На этом, друзья мои, плавненько завершу данный летсплей. И увидимся, друзья мои, довольно-таки скоро. Не забывайте приходить на канал Carablon Games, на стримы, летсплей и прочую фигню, которая здесь творится. На этом, в принципе, все. Всем удачи, всем пока. Парам-парам-пам.